Известные мастера представили свои изделия на выставке «Традиция и современность». Владимир Борисов в каждую работу вкладывает частичку своей души. Простое увлечение переросло в настоящую страсть. Художник создал уникальную коллекцию строительной техники, используя только металл и дерево. Каждый экспонат – как произведение искусства. Мы просто живем сейчас в такое время, когда иногда, к сожалению, мы не замечаем. Мы только видим автомобили красивые, комфортабельные. Но мы не замечаем ту технику, которая строит нам дома, дороги и так далее. Мне хотелось просто, чтобы популяризовать эту технику строительную. Для чего? Чтобы, во-первых, это если маленькие наши детки увидят это дело, может, им понравится, они захотят связать с этим делом. И во-вторых, наверное, наиболее главное, это показать, что грация может быть не только в автомобилях и другой технике, а может и в строительной технике. На выставке можно познакомиться с традиционными ремеслами нашей страны, узнать глубже историю. Одинцовский центр эстетического воспитания представил здесь работы своих воспитанников. Светлые образы, которые легли в основу сюжетов картин, радуют своей одухотворенностью и красотой. Много различных у нас направлений, в которых именно на народных традициях воспитываются наши дети. Поэтому, как бы, если вы хотите, чтобы ваши дети имели какое-то отношение к народным традициям, приходите к нам, приводите детей, всегда научим, расскажем. У нас очень доброжелательный коллектив, у нас потрясающие педагоги. Приходите. Выставка продлится до 16 ноября. Откройте для себя мир творчества. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».